В закатных лучах тот цветок не зачах, на фото девица в крещальных одеждах. Такие смущали не раз палача, а они на арене герои, как прежде. И где-то чуть ниже, а может и рядом, рыкающий лев, как орудие зла. И тешатся зрители зрелищу рады, история мира в подобных узлах. Прошло освещение водных естеств, вопросы отвечены правильно, кротко. Сегодня крещение высветит крест и смоет незримо грехи и пороки. Факел зажженной энергией духа, и дух помазания исходит незримо. Пусть ревность Елены вовек не потухнет, как на аренах тогдашнего Рима. Нездешней походкой к ступеням купели шагнула 13-летняя дева. Крещальные строки писания пропели, как вовремя к этому месту поспела. Остались мгновения, и прежняя жизнь с упрямством, ошибками, непослушанием отрежется, смоется, свалится вниз. Они столько лет тормозили, мешали. Сегодня ты станешь частичкой братства, и церковь Христова обнимет невесту. Придется мужать и за звание драться, целуешь впервые даруемый крестик. Твой путь в житиях обозначился четко. Желаю тебе благовестницей стать, поститься, не стать разжиревшей теткой и сохранить свою юную стать. Желаю всю жизнь жить невестой Иисуса, одежды крещальные свято блюсти. Пылать благовестием и змей не подкусит. Мы ждем Киприанов и нежных Устин. 6 августа 2007 года.